Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить The Walking Dead. В последней серии мы, собственно, тут и укрепились в городе и держим оборону. Ну, вы сами все знаете, вы сами все только что видели. Они идут. Первый пошел. Дела у нас на самом деле швах. Второй. Готов. Готов. Давай. Давайте, парни, поднажмем. У меня патроны кончились, у меня тоже. Че, что нам делать? Все наверх. Пошли. Блин. Отлично. Фу, спаслись хотя бы. Я с этим не очень хорош, а ты своего уронил. Могло и лучше пройти. Все в порядке? Ли все еще укусен. Заткнись. Хорошо, давайте убираться отсюда и двигаться дальше. Парень прав, нужно двигаться. Будет шанс найти Клем? Да я не знаю. Возможно. Через окно не выберемся, на крышу тоже не можем. И высота большая. Есть какие-то идеи? У этого парня наверняка есть. Заканчивай уже. Амид, я пытаюсь разрядить обстановку. Нам нужно решение, не тупые шутки. Извини. Не нужно было сюда подниматься. А какой выбор у нас был? На улицах полно ходящих, со всех сторон. Ты не очень хорошо выглядишь. Ты весь горишь. Я в порядке. Я в порядке? Где мои родители? Что это значит? Она в отеле, где ее родители оставались, останавливались. Он ее пока что не двигал. Ну, то есть не увез. Пока. Давайте этим потом займемся, когда отсюда выберемся. Но в этом и смысл, мы не знаем. Теперь от этого твоя жизнь зависит. Как ты выберешься отсюда? Я не знаю. Нам нужно идти. Сейчас. Прям вот в эту минуту. Куда, Ли? Да мы в ловушке. Думаешь, это сработает? Я не знаю. Надеюсь. Нам нужно с тобой по-взрослому поговорить. Эй, смотри. У нас здесь ситуация как с Ларри. Что за Ларри? Да неважно. Хорошо, что ты хочешь сделать? Просто разговаривай. Разговор закончится тем, что мне на голову что-нибудь уронит. Я не знаю, что там у вас произошло, пока мы не появились, но сейчас нам нужно пересечь речку. Спасибо, блин, большое. Он говорит о том, что мне нельзя доверять. Я рад, что ты присматриваешь за мной, за Клем. Это просто прекрасно. Да расслабься, Ли. Все выходит из-под контроля. Меня слушай. Мы Клементин вернем, с тобой или без тебя. Тогда просто убей меня. Хватит уже. Да я убью. Психанул. Ты сломал ему лицо. Заткнись, дорогуша. Смотри. Да тут все прогнило. Что на другой стороне? Черт побери. Мы не можем проламываться через стену. 3 месяца. Ну, выбора-то у нас нет. Давайте посмотрим.
Да, мы справимся. Хорошо. По очереди работаем. Омид, Кристи и я. Ли, ты отдыхай. Нужно быстрее работать. Извини меня. Меня тоже. Я понял. Иди отдохни. Вернее, он сказал, я справлюсь с этим. Иди отдохни. Я рад, что ты сказал нам, когда тебя укусили. Ну да. Мы бы тебя в одиночку не отпустили, если бы ты не сказал. Я был. Все так быстро произошло. Короче, говорит, как ДТП произошло, не успеваешь ничего понять. Я, говорит, не видел, просто, говорит, укусил. Надеюсь, то, что было в его укусе, прошло. Да даже если просто процесс замедлит, я уже буду доволен. Зла. Когда мы поймаем этого парня, что, как ты думаешь, что мы с ним сделаем? Выясним, кто он, зачем он это делает. Можем спасти Клем. Но если этого парня не остановить, она не будет в безопасности. Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And you know, whatever happens to you. Чтоб с тобой не произошло. Seriously, can we not talk like that? Можем мы не говорить на эту тему? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. Все время, пока мы были в больнице, я видел, что ты уже чуть ли не при смерти. What good is it for you to give up? Ой, так быстро говорят, извините, я не успеваю приводить. Не сдавайся, говорит, просто и все. Я хочу, чтобы Кенни за ней присматривался, что... Нет, лучше вы. Прекрати. Я серьезно. Она будет в безопасности вместе с вами двумя. Сейчас мы не будем об этом разговаривать. Криста, прислушайся к нему. Это то, что я хочу. Понятно? А что насчет него? А ты что сам думаешь? Он опасен для группы, но мне его жаль. Да, мне тоже его жаль. Он постоянно такой? Нет, это первый раз. Кенни с ним ужасно обращался. Он винит Бена за то, что его семья мертва. На самом деле все гораздо сложнее. Ладно, все, я устал. А вы вроде как нормально. Хочешь, я этим это сделаю? Нет, после меня сделаешь. Займешься. Ну давай, ломай. Недолго осталось. Хорошо, что у нас есть время поговорить. Что, лучше себя чувствуешь? Все чувствует, как будто только что отрубили. Нет, Кенни. Хреново. Думаешь, сработало? Думаешь, поможет? Я чувствую себя как человек, которого укусили. Так что посмотрим. До сих пор не верю, что тебя куснули. Вот черт побери. По крайней мере, он сказал нам. Я бы, думаю, не сказал. Как ты? Я не знаю, как мне ответить на этот вопрос. Все будет в порядке, Кен. Почему ты действуешь так, как будто ничего не произошло? Тем не менее, оценю это. То, что мы много потеряли все вместе. Он хочет умереть в Кроуфорде.
Он хотел, чтобы я бросил его. Он просил меня об этом. Господи, что? Я рад, что ты это делал, а не я. Ну, давайте, бухните сейчас еще. Парень рассказал тебе, через что мы прошли. До того, как эта женщина, Лили, была с нами. Никто не знает, где она сейчас. С ее папой круто получилось. Парень был отвратительный просто. Да просто хватит воду лить. Нужно двигаться дальше. Ну ладно. Бухай в такой момент. Ну давай, чё. Фига ты приложилась. Немного алкоголя. Все, я пробился. Немного алкоголя в такой ситуации. Ничего страшного. Зомби нет. Так, ну давай посмотрим, что у нас там. Все смотреть по сторонам. Место какое-то запечатанное. Ну? Убили себя. Офигеть. Может быть, правильно поступили. Они по-своему ушли вместе. Не говори так. Жить нужно насколько долго, сколько сможешь. Делать то, что должен. Мы все можем сделать больше. И я в том числе. Бороться до последнего. Я мог быть лучшим отцом, лучшим мужем, лучшим другом. Так что давайте выбираться отсюда и схватим его, поймем, вернее, найдем эту девочку. Нужно двигаться, да? По крайней мере, один выстрел еще остался. Давайте почистим комнату, прежде чем двигаться. Посмотри, что у нас тут есть. Ли, ты в порядке? Да. Держись. Криста. Крофорд до них не добрался, похоже. Так, что у нас тут есть? Улицы полны, сотни их. Так, ну что, открывать, я думаю, не самая лучшая идея. Don't ask me how I'm doing. Не спрашивай меня, как дела. Просто давай двигать дальше. Ну кто? У тебя как дела, Бен? Ты у нас вообще апатичный стал. Ты все еще с нами, Бен? Да, Ли. Просто хочу помочь. Амид? Странно, но... Подумай о всей боли, которую они избежали. Не верится, что мир когда-то был таким мирным местом. Как эти штуки называются? Art? Искусство? Так, ну, балкончик. Какой-то такой балкончик во двор ведет. Смысл-то в нем. Nothing other than personal items in here. Ничего личных вещей там не найден никаких. Если будем осторожны, можем пройти до реки незамеченными. Иди вперед.
Так, почему я первый? У меня одна рука. Кенни тяжело будет, он тяжелый. Грузный такой. Да нет, нормально. Ну, замечательно. Офигеть. Твою мать, что нам делать? Присматривай по сторонам. Stay up here. Keep an eye out. Okay, but I can't see much from up here. Отсюда не так много видно. Просто если начнут приближаться, скажи, мы скоро вернемся. Careful. Будь осторожен. I'm okay. Я в порядке. Позвоночник как минимум сломал. I'm okay. Just get me out of here. Тихо. Quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah. Try to keep your mouth shut. I'm sorry. Рот закрой. Just get me up. My legs hurt, I think. Нога болит. We're gonna get your ass up. Сейчас мы тебя поднимем. Really? Правда? I thought you... Я думал, вы... О-о-о, ну это наглухо уже. Fucking hell. Черт побери. Что это? Я в порядке. Я в порядке. Мы тебя вытянем отсюда. Выруби его. А, сними, говорит, его по-быстрому. Черт. Давай, выдергивай. Так помоги ему, Ли. Oh God, don't let them get to me. Не дай им добраться до меня. Пули есть? У меня только одна. У меня нет, черт. Убирайся отсюда. What? Что? Иди назад. Она нужна тебе. Вернее, ты ей нужен. Это не обсуждается. Да не пойду я без тебя. Да что я тебе сказал? Схватим Бена и убираемся отсюда. Кенни, ты-то, блин, что делаешь? Какого черта, Кенни? Ли, все в порядке. Нет, Кен. Нет, не в порядке. Мне кое-что нужно сделать. Ты сам знаешь. Иди, найди эту девочку. Ну давай, ну. Кенни, пожалуйста. Твою мать. Кенни там остался. What happened? Что произошло? Им конец. Господи, черт побери. Я слышала выстрел.
Кенни убил Бена. Убедился, что Бен не почувствует больше боли. Что? Самый большой страх Бена. У Кена была пуля, он ее использовал. Бедолага. Ты увидел, как они погибли? Никто бы оттуда не выбрался. Мне жаль, Ли. Он сделал то, что должен был. До самого конца так поступал. Нужно идти. Да, я прямо за вами. Офигеть. Я, по-моему, в этом прохождении, в каждом сезоне больше всего фраз «офигеть» говорю. Не, ну это поворот, конечно. Хочешь поговорить? Кенни был моим другом. Он говорит, просто был моим другом. Слушай, Ли, дерьмовое время, но я хочу кое-что прояснить. Что это? Омид и я, мы должны оставаться в безопасности ради нее. Это точно. Давайте я буду рисковать. Это не то, что я имею в виду. Это то, что я имею в виду. Так мы будем действовать. Так, будь осторожен тут. Ну, вообще-то я должен был идти первым, рисковать. Так, ну и что, давайте на этом завершим вторую серию. Вторая серия оказалась еще круче, чем первая. Мы потеряли Кенни, потеряли Бена. У нас осталось только два человека в друзьях. Но тем не менее мы двигаемся к своей цели и будем искать Клем. Потому что она все, что у нас осталось. И, честно говоря, я не верю, что Ли выживет, что он выберется после этого укуса. Потому что прошло слишком много времени. Как бы там ни было, это все, по-моему, просто шикарно. Надеюсь, вам нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.